кстати. Наши выпускники выступают в различные вузы. Это ребята, которые занимаются ракетомоделированием и авиамоделированием, конечно, поступают в авиационные институты. И ученики, будучи наши ученики, которые становятся студентами авиационного института, мы их принимаем к себе на работу. И мы защищали такой проект, это кластерная модель развития технического творчества в Южном округе, где наши ученики на базах школ преподавали ракетомоделирование. Также ребята, которые учатся в хоровой студии «Анина», а программа у нас рассчитана на 8 лет, поступают в консерваторию, поступают в Российскую академию Гнесиных. Да, вот. Поступают в средние специальные заведения. Это и колледж декоративно-прикладного творчества Фаберже. Мы с этим колледжем имеем договор сетевого взаимодействия, где наши ученики по проекту профессионального обучения «Без границ» обучаются в течение года там, получают сертификаты и поступают на бюджетные места.